Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Сюрприз, это задание дня, давай посмотрим, что это за сюрприз такой. Король зомби может создавать королей живых мертвецов, но вам понадобится целая армия из них, чтобы сразить заплатку. Это они ореха называют заплатку? Или подожди, заплатка... Вот она, заплатка. Такс. Твою ж налево. Ну, попробуем давай так, наверное. Попробуем, наверное, так. Посмотрим. 5 в лицо получим. Блин, действительно бесявая заплатка. Что же будет делать? Давай я вот так поставлю. Орех. Наверное, мы сделаем вот так. Поехали. Ну, тут понятно, урона он не получает. Блин, та заплатка будет еще жить, жить и жить, а? Ты посмотри на нее. Ну, кто у нас там следующий будет? Замечательно. Пропускаю ход, потому что, ну, ничего сейчас делать тут не смогу. Опа, он берет защиту. Но зато заплатку мы должны уничтожить. И вот этот у нас тоже станет зомби 5-5. Надеюсь, у него нет там какой-нибудь бомбы, которая уничтожает всех зомби с 5-5. Нет, нету. А если я сделаю вот так? Поехали. 15 в лицо. Тоже не очень-то приятно на самом деле. В кого превратиться? Замечательно, ребята, замечательно. Тут, по-моему, все, песенка спета у него. Тебе не кажется? Тут шансов выиграть просто нету. Не-не-не-не-не, это тебе тоже не поможет, парень. Это тебе не поможет. Давай, пробивной. Все. Ну, мне понравилось, как мы здесь отыграли. Очень круто. Так, смотри, выиграйте 5 многопользовательских игр, нанесите 20 урона героям-заморозгам и уничтожьте 5 зомби. Блин, опять за заморозга играть? Ну, вообще нет, ребят, никакого желания, если честно. Но никуда не денешься. Так, что там у нас? А, ну 5 игр, это понятно. Что, пойдем за заморозга, что ли, играть или как? Или уничтожить 5 зомби? Давай вначале 5 зомби попробуем уничтожить. Пять зомби. Ну, я даже не знаю. Ночной колпак вряд ли сможет уничтожить зомби. Мне кажется, это все-таки зубостизили больше по силе. Давай попробуем, наверное, за нее. Ну, не получится, так не получится. Что я? 19-й ранг. Против нас выступает? Ну, в принципе, как бы... Ладно. Оставим так, как есть. Плюс у нас сразу же выпадает добор.
Замечательно, в принципе, ребят. Кого поставит? Никого. А если я сделаю так? Хм. Мне не нравится, когда начинает вот это вот доп энергию получать. Нет, парень, вот тут ты не прав. Ах ты. Но мы зато прокачаемся. Будем сколько там? 4-5? Угу, вот так вот ты решил, да, значит, сделать? Еще и пират сюда поставить. Еще и пирата он сюда поставил. Но если я его... Блин, у него может быть, знаешь что? Давай-ка сюда его сбросим. И вот так вот сделаю. Посмотрим. Кровожадность наверняка он хотел поставить. Да, блин, ты серьезно? Ладно, ему в любом случае кранты. И этому тоже. Прекрасно. С картами-то, я смотрю, у него напряженочка там огромная напряженочка. Ну что мы можем сделать? Попробую поставить вот так и вот так. Заморозка. Окей. Вот это плохо. Он вытягивает две карты. Вот это, ребята, плохо. Что, он сейчас будет сюда выставлять кого-то, да? Томаты мне сейчас невыгодно выставлять. Слушай, он хочет сейчас... Я понял, кого он хочет. У него... Наверняка зомби, да? А нет... Вот так вот, да, значит, ты решил сделать? Блин, кто вот тут у него может быть? Ребят, не знаю, короче, ставим вот так. Поехали. Сейчас еще кровожадность влепит, да? Нет, не стал. Хорошая карта выпала. Хорошая, я говорю, нам выпала карта. Хм. Как же тут лучше мне сделать? Давай-ка я, наверное, сделаю вот так. И вот так. Надгробие. Как срабатывает защита? А стоит ли нам его поедать? Наверное, не стоит. Он сдался. Я специально не стал уничтожать вот этого зомби вот на этом ландшафте, чтобы он сюда не ставил и не делал лишние доборы. Так, ребят, мы, по-моему, получили карту сейчас новую, да? Ну что, 5 зомби мы уничтожили. Теперь, вот теперь, нужно нанести 20 единиц урона заморозгом. И никуда ты не денешься.
Мы что там делали с тобой? На пиратах пытались, да? У нас ничего там, по-моему, не получилось. Давай попробуем на животных. На животных. Не знаю, конечно, что тут из этого получится. Так, на всякий случай этого все-таки оставлю. Раз, два, три, четыре. Это у нас тоже же идет как бы, да? Смотритель зоопарка. Питомец, да, это питомец. Так, йети. Этих тоже надо забрать. Возьму вот этого, наверное, вот этого. На всякий случай уже пускай будут. Кто у нас еще тут питомец? Раз, два, три. Так, а вот этот у нас тоже питомец. Тоже питомец. Подожди-ка, они же... Они же вроде бы получают прокачку, когда их перемещается на случайную линию. Или я что-то путаю? Да вроде бы нет. При игре одним питомцем все питомцы получают плюс один. При игре одним питомцем? Все питомцы получают плюс один. Да я даже не знаю. Ну давай вот это еще возьмем. Ну и заморозку, наверное, да? Или вот это вот. А ландшафт-то я хоть один взял? Нет, конечно, вообще ни одного ландшафта не взял. Ладно, попробуем так. Все равно тут уже ничего лучшего не сделаем мы. Поехали. Получится, не получится, шиш его знает. Бабах. Собственной персоны. Ну, допустим. Пускай будет так. Я пока пропущу ход, чтобы сразу сделать. О, видишь, Гарлика позвал. А Гарлика он, видимо, будет прокачивать, да? Через крахмал, скорее всего. Ну, он же мину может сюда поставить. Он так и делает. Он тупо ставит мину. Значит, что я могу сделать? При игре одни, все питомцы получают плюс один. То есть так. Вот так уж, что ли, это получается, да? Наносит 3 единицы урона. Да наноси, господи.
Поехали. Если что, заморозку сделаем. Блин, он шипы сюда ставит, а? Он сюда поставил шипы свои, блин. Твою налево, блин. Наносит 3 единицы урона. Окей. Вот так вот он, да, решил? Чё там? Все растения получают плюс 1. Понял. Так, что нам сделать теперь? Давай-ка вот так вот сделаю. Заморозочка. Поехали. Ну куда-то, блин, эти шипы-то меняют твою дивизию. Зачем в гарлик-то именно, а, бомбить? Попробуем так сделать. Это, конечно, блин, фигня полная, блин. Да ёпперс, это почему именно сюда-то? Ой-о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 й, что же тут, ребята, происходит, а? Что же тут, друзья мои, происходит-то такое, а? Восемь в лицо. Восемь в лицо. Лучше, блин, не придумаешь, а? Этот-то погибнет. Где мои ландшафты все? Ёпперсете, ну что это? Ребят, с одним козлом я здесь ничего не сделаю. Я сдаюсь. Взял специально же 3 ландшафта. Как всегда, ничего не дают, блин. Просто. Просто не дают. Ну ты замороз, как я ненавижу им играть, а, ребята. Вот ненавижу, когда задания дают именно на него. Сейчас взял колоду на пиратах, против меня ставят зеленую тень. Час от часу не легче. Бунг чой, сразу же вылазит. Травяной кулак. Ладно, посмотрим сейчас, что будет. Ага. Вот так сделаем. Перетягиваешь? Перетягивай, перетягивай. Так, сделаю тогда.
Так. Угу. Иди, что вытворяет. Поехали. Такс, давай сделаем вот так вот. И вот так. У него уже может быть горошина, которая наносит 5 единиц урона, насколько я помню. Он хочет вот этого, думает, блин, ну как же так, вот этот мелкий уничтожит мне бонг-чой. Видишь? Передвинуть ты не сможешь? Ага, а почему ты не на... Странно, ну ладно, фиг с ним. Сделаю так. Посмотрим. Сейчас бонус на так какой-нибудь бомбанет мне, да? Ну, ДМ 304, 33 уровень, ребят, тут серьезный чувак. Пенек сейчас поставит, да? Вперед сюда. Он может. Я почему не стал ставить вот этого, ребята? Если бы он сюда, например, кого-нибудь влепил бы, этот бы, естественно, стал бы перемещаться и открыл бы доступ. Ну и что ты там задумался-то, ё-моё, у тебя... Вот, вот, видишь? Перетягивает. Так. Поехали. Так, всем в лицо. Ну, неприятно, конечно, а что поделаешь? Кому приятно получить всем в лицо? Никому. Так, у него горошина, наверное, там будет, скорее всего. Давай посмотрим. У него еще защита сработает, блин. Он же еще пока не использовал, да? Свой супер навык. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Твою налево, что будем делать? Убирать, наверное, этого, да? А почему не стал делать эволюцию, я не знаю, друзья. Зря я, наверное, сейчас потратил это все, опять же. Подожди, а почему этот-то не заморозился? Эй, ребят! Почему вот этот не заморозился, объясните мне? Тут трындец, все, ребят, проиграл.
Вот этот звук сейчас слышал, да? Вот из этого звука, почему-то, ребята, игра зависает и иногда прекращается запись. Все, наконец-то. Так, ну что, а теперь нужно выиграть 5 игр многопользовательских. Сейчас будем выигрывать. Ну, начнем, наверное, с зубостизилы. Потом можно попробовать за ночной колпак. Так, нам выпадает профессор. В противнике ну давай так, оставим пока. Груша, конечно, ну как бы вообще не вовремя выпала. На ранней игре сразу груша. Он, прикинь, он даже не тратит энергию. У него там есть... Ага, вот. Нет, это не то. Я не про это. Да куда вы такие карты-то мне сейчас даете? Ну серьезно, ё-моё. Кого-то хочет сюда поставить. О, даже как. Ну этого-то я уничтожу сейчас сразу же. Вот таким вот образом. И вот так вот. Давай посмотрим, что у него там выпадет сейчас. Он может мне давануть заклинашки-то наверняка. Есть, есть, конечно же, ребят, заклинашки. Как же без них-то? Ага, это хорошо, что так. Пирич. Так, пса этого тоже мы, наверное, уничтожим, я так понимаю. Он ничего не стал ставить. Давай сделаем вот так. Бонусную атаку. Еще одну бонусную, да? О, какая хорошая карта, ребят. Вот такую карту я хочу себе получить на постоянной основе. Вот здесь как раз-то и пригодится нам наша груша. Хотя нет. Нам вот что пригодится. Бонус надо. Ладно, делай. Он, наверное, еще не в курсе, что у меня хилочка, да? Что у меня зубостизила на отхиле. Он, наверное, еще не в курсе этого. Ну, допустим. Пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Давай так еще сделаем. О, как. Ну, давай, бонус на атаку хочешь сделать, не? Да, жалко, у него, конечно, сейчас работает защита и... И что? И эврику сделать, или добор какой-нибудь, ну, 100% будет. Так, ну, этого пугла сразу уничтожаем. Поехали. Срабатывает защита. Делает, наверное, добор карт. А, двух потанцовщиков. Страус картофельный. Наивный парень, оказывается, да? Я в первый раз вижу, яйцо породило яйцо. Это нормально.
Угу. Уничтожил, да? Да, все, ребят. Крышка. И он, конечно, сейчас может. Я думал, сейчас сработает защита, он сделает там добор. В любом случае, это ему не помогло. Так, еще три. Три поединка нужно выиграть. 17 уровень против нас выступает. И это у нас опять же этот чудик. Ну, я думаю, нормально. Первого хода нет, но у нас есть зубастизила, укус. Банан, если что, передвинуть, например, если поставим. Но тут нужно 4 энергии, конечно, иметь. Но опять же, он на своей кровожадности может разбомбить нас в труху. Ну, если он правильно сыграет. Так, ну что, он собирается могилки, да, выставлять, судя по всему. А зубастизила, как я раньше говорил, против могилок, ну, совсем, ребят, не рулит. И с этим ты ничего не поделаешь. И это будет грустно. И это будет очень грустно. Так, следующим у меня, наверное, пойдет все-таки капитан. Капиташка вот этот вот. Космический огурец. Вот, видишь, что творит. Что же он может сделать? Да дофига что он может сделать. Давай так поставлю. Он может его переместить сюда. А может повесить на него кровожадность. Вот, вот об этом я тебе и говорил. Но с одной стороны, пускай лучше сейчас сделать, чем потом. Все равно мы получим с тобой карту, как ни крути. И хорошо. Тем более карта нужная для хила. Это вообще топ. Такс, что же ты там? Что у тебя там за карта, а? Ребят, не знаю, поставим вот так. Ага. Угу. Ну давай, давай, давай. Ему-то все равно кранты. Ему все равно кранты. Я, наверное, его смещу сюда, скорее всего. Да? Надо будет смещать, он разделится. Тут появится 2-2. Да, наверное, так и сделаем. А вдруг у него на воде будет какой-нибудь, блин, банан надо приберечь. Банан надо приберечь. Давай сделаем вот так вот. Угу. А что, бонус на атаке, как всегда? А нет. Кого он сюда хочет поставить? Кого-то в могилке, ведь так? Акулу? Друзья, что делать? Thank you.
Блин, горелый. Блин, горелый. Ладно, черт с ним. Так. Если что, прикрыться мы успеем. Я надеюсь, мы успеем прикрыться. А что он? А, вот он как. Бонусная атака, наверное, там будет. Ладно, поставим на всякий случай. Или все-таки перемещение у него. Я не знаю, что там. Твою налево, блин. Этот ландшафт нужно срочно, блин, менять, ребят. Напряженный он. Черт узнает, что там у него, а. Может быть, вампирчик там, да? Может же быть такое? Конечно, может. Ага. Вот как. Ты смотри, 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 что делает. Слушай, вопрос, откуда у него столько энергии? Я что-то не понял. Так, если что, здесь банан, наверное, выпрыгнет. Наверное. Этого бомбануть, наверное, да? А вот кто здесь? Ага. Добрал, блин, а? Вот это плохо. Вот это плохо, ребята, блин. Хотя, не, нормально. Оп, карту мне давай. Отличные карты. Отличные, друзья мои, карты. Так, ну что, урон получаем, да, здесь? А сейчас сделаем, наверное, следующее. Вот так вот. Поехали. А вот это вот фигово, ребята. Я вообще-то на это не рассчитывал. У него еще один такой же, да? Ну что, друзья, сделаем-то? Ну, наверное, хильнемся в первую очередь. Или как? 7 и 6. Дофига урона нанесет.
Поехали. Бочки что, неужели у него бочки нету? Нету. Ну, нет уже. Так, груша, ну это понятно, этого бомбанем. Этот меня сейчас в данный момент не колышет вообще нисколечко. Нет! Твою налево, блин! Профессор этот, блин, черт, как он меня бесит, а? Причем здесь пират и этот профессор, скажи мне на милость. Не знаю. Профессор, у него, насколько я помню, срабатывают только лаборанты. Бред. Бред, ребята, сивые кобылы. Так, ну тут сразу, наверное, понятно, что будет на спортивной колонии. Сумоист? Да там сумоист, я больше чем уверен. Ну да. Че, этого убираем, наверное, да, в первую очередь? Давай этого, наверное, уберем. Тут еще один сумоист, поверь мне. Нет, не сумоист. Так, что нам выпадет сейчас? Ну и родничок этот. Сейчас он вообще не в тему. Так, ну что, ландшафт этот. Ну, сначала сделаем. Так. А уже после сделаем вот так. Кто там у него, я не знаю, ребят. О, рикошет, спасибо тебе огромное. Это очень даже в тему. То есть мы еще хильнемся. Тын-тын-тын-тын, на этого захомячим. Банан. Слушай, интересно, у него вирус есть или еще что-нибудь в этом роде, а? Как ты думаешь? Давай смотреть, кто там у него. Ну, сумоист. Перекинет сюда, понятное дело. Три в лицо. Во как. Тут я уже не знаю, что он поставит сейчас. Вот так. Так, ну здесь можно бонусную, в принципе, влепить. Вот здесь только не знаю, что сделать. Хотя нет, уже знаем. Блин, мне этого никак не выкачать оттуда, понимаешь? Хорошо, я сделаю вот так. И вот так. И еще вот так. Единственное, да, друзья. Он сейчас мне всех поубивает здесь. И прокачается. Этот будет добивать. Видишь? Он потом стрельнет, у меня сработает защита, так что нормально должно быть. А вот теперь мне нужен банан. Но бананы мы не видим, к сожалению.
Так, 8, да, значит? Там, наверное, опять сумма есть, скорее всего. Твою налево, рикошет. Ай-яй-яй-яй-яй, рикошет, ребят. Кровь из носа, нам нужно отхиливать, ребят. Че там, рикошет опять что? Да ёпперсты, 4-4-8. Ребят, как раз 13, ему хватает, а? Ну нету у зубостизилы могилоедов никаких. Слушай, а зачем он это сделал, а? Чтоб опять отрикошетить, что ли, я не пойму. Но то, что этот говнарь мелкий появился, это ерунда, ребята. Его так вот можно уничтожить. Опять неправильно сделал, да епарасете, а? Ну что ты тут сделаешь? Что ты тут сделаешь? Ну, понятное дело, что ничего. Так и вот так, что ли, если только... Не, ребят, это финиш. Отрикошетит, естественно, вот этого или, ну да, этого. Ну все, тут приплыли. Даже хилочка не поможет. Ну где вот этот вот корнишон, когда он нужен? Ну ты посмотри, ну поле, ландшафт не меняет. Ставь корнишон, выставляй этот маленькое растение, которое за ноль, и хиляйся до посинения. Ну нет же, его не дают, понимаешь? Не дают. Постоянно вот... Больше всего раздражает в этой игре вот этот вот, рандом. Вот где вот это было растение и где был этот... Ну ты понял, корнишон, который мне нужен был, а? Где? А не было его. Его не было, понимаешь? Ну давай попробуем вот так вот. Будешь заклинание каком делать? Делает. Ладно. А что, я пока здесь ничего не могу сделать. Жаба тоже нормальная. Так, у него уже нет хила. Че он, на что он там рассчитывает, пока не знаю, ребят. Яйцо. Он выставил яйцо. Ну давай. Я знаю, как ему хочется сейчас, ребята, прокачать вот этого фотографа-зомби. Ой, хочется, поверь мне, я знаю. Вот он что делает, проскок. Он сделал проскок. А проскок что ему даст? Кого он сюда сейчас? У нас есть ландшафт. Хм. Я поставлю ландшафт, я заменять, наверное, буду, ребята. Или как?
Точно надо менять. Вот так вот сделаем еще. На всякий, ребята, случай. Фиг его знает, кто там. Ага, пират. Ну, пирату кранты в любом случае. Надо же, как все выходит-то. Упс. Упс. Так, ребят, надо что-то делать с этой пакостью. Ладно, пускай уничтожает. Тогда мы, наверное, все-таки здесь вот попробуем перекрыть. Как это сделать-то лучше, а? Да никак тут не сделаешь. Замечательная карта. Ну что, либо жаба его. Как тут с ним разобраться-то лучше? Через жабу? Шаман с двух способностей делает. Ох, добор он сейчас возьмет, ребята. Ох, доборы у него там будут сейчас. Так, добирает карту, понятное дело. Давай так вот сделаю. Уничтожает. По-моему, крышка ему, ребята. Твою налево, блин. 8 в лицо прилетит. Так, он делает рикошет случайного. Кого? Давай жабу, 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 рикошет, жабу. Еее. Ну? Гаргантюа. А ты запоздал, парень. Твою дивизию. Нет, ребята, он не запоздал, нифига. Он сейчас поставит. Ладно, ничего страшного. Шесть-десять. Этих мы можем уничтожить тут, понимаешь, да? С помощью ракеты нашей этой. Кого тут лучше? Ставлю. Вытягивает там еще кого-то. Ну ты посмотри, а. Эй-эй-эй, завязывай, парень. Ладно, это ерунда, он не успеет им воспользоваться. Да ты не успеешь, что ты...
Да вы издеваетесь, что ли? Ёпрасота, ну... А, ну ладно, хотя бы так. Все, ребят, сдался он. Я офигеть, ребят, это просто врагу везет, как я не знаю кому. Если бы вот сюда бы сейчас выпал, это был бы трындец. Это был бы просто трындец. Так, сколько нам еще нужно выиграть? Еще две битвы. Ладно, будем стараться. Так, давай-ка, наверное, мы возьмем колпака. За него сыграем. Такс, против Нептуси, значит, да? Да, у Нептуси есть одно преимущество. Если у нее есть осьминог, она может на воду его поставить. И здесь мне будет со всеми хорошо. Так, то что гриб дали, это классно. Что если я вот так вот сделаю? Что если сделаю вот так? Два грибочка. Да, конечно, ага, вылезла сюда. Давай так вот сделаем. Слушай, Нептус на заклинашках? Посмотрим. Сказать по этому поводу. Я тебе говорил про амфибию. Вот, вот тебе элементарный пример. Чертова амфибия у него. Что-то у меня вообще с картами как-то фигово. Ландшафта нету с картами. Застой. Что прикажете делать? Господа хорошие. Все, я остался без карт. Что-то как-то без ландшафта это, друзья, вообще не дело. Скажу я тебе честно. Ну хотя бы рикошет. А, ну да, рикошет дали нормально. Так. Ты наивный парень. Поехали. У него заклинашки, не забывай, есть. Вирус. Так, ребята, ну, по-моему. По-моему, все. Ну, доигрался. Ну, что он тут сделает? Уже ничего, любую карту. Я надеюсь, карта мне выпадет. А не заклинание. Ты смеешься, блин, надо мной. Какого фига? Хотя, подожди, если этот сюда вот не поставить никого. Все, это фиаско, ребята. Это, друзья, фиаско. Какого хрена мне дали, блин, вот этот ландшафт, а не карту? Ёпрасота, блин. Слов у меня нету. Это сейчас уничтожит, блин, мне карту. Сейчас будет добор делать, бомбанет, блин, сюда. Поэтому грибу, блин. Ну, повезло. Повезло, друзья мои. Все, победа. Сейчас мы вставляем ягоду и... Хотя какая ягода, блин? Тут же...
Вот и доигрались, блин. Да я не знаю, как тут, блин, можно играть, блин. Снимайте, что ли, блин? Одно хп, блин, все расставил. Я не знаю, мне слов нету, блин. Понимаешь, просто вот как специально все это сделано. Ребят, ну по-другому не назвать. Ну согласись. Ну как, ёпрасоте, блин. Была последняя карта, он мне взял, блядь, ландшафт вот этот пацан, который мне нахрен не нужен просто здесь вот в данный момент. Когда у меня были, блин, грибы, он мне не давал этого ландшафта. Ушлепки хреново, блин. Гениально, просто гениально, блин. Все против тебя идет, понимаешь? Тебе ни одна карта не идет. У тебя все есть для того, чтобы выиграть. Тебе ни одну карту не дают нормальную, которая тебе нужна, блин. Твой налево, вообще не знаю, блин. Так взбесило, прям не могу, блин. Нахрен мне ваш дождик сейчас здесь вот нужен, блин. Дождик он мне принес, блин. У меня аж прям бурлит, ребят, внутри. Я не знаю, даже выводит из себя просто это все, блин. Дождик он мне дал, блин. Иди отсюда. Тоже что-то странное какая-то колода. Я так и не понял, что он там хотел замутить. Что это было сейчас? Ты слышал? Кто там прокряхтел? Я в первый раз слышал, чтобы он такое говорил. Блин, вот кто у него там? Я не знаю, может быть, сумоист какой-нибудь. Ага, вот такой вот у него зомби, оказывается, здесь. Ох. Слушай-ка. Мы сейчас можем кое-что провернуть. Блин, не получится пока. Пока не получится. Если я ландшафт поставлю, я боюсь, что он его перекроет. Угу. Смотри, 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 что вытворяет. А в принципе, это, ребята, и хорошо, наверное. Да, это хорошо будет. Поехали. Как-нибудь я переживу. 4 это сколько? 7 атак. Ему будет хуже. Ему будет сейчас хуже, намного хуже, потому что сейчас я тут начну операцию Блицкриг. Ну давай, 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 что-нибудь там думай. Соображай быстрее. Время, так сказать, не ждет. Естественно, одного ставлю сюда, сразу же на линию. Потом прикрываемся. А потом вот этого, наверное, еще поставим. Да, 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 да. То, что... О чем я и говорил, что он будет делать. Так, дальше. На воду. Так, шикарно, поехали. 3 энергии, да, у нас еще есть.
Ягодка выпала. Хлопнули. И, наверное, сделаем вот так. Ау, щит. И все, блин, в броню. Все, ребята, в броню полетело. Кровожадность будешь ставить? А что он еще может ставить? Конечно, кровожадность, ребят. Да и фиг с ним. Хотя, подожди-ка. Заклинашки-то, наверное, есть какие-нибудь, да? Ну, тут понятно, он тут пробьет. Ландшафт, если у него есть, будет плохо, ребята. Нет, он вот так вот делает. Ну, если он думает, что он меня этим напугал, то вряд ли. Пускай даже и не надеется, окей. Угу. И кого-то сюда хочешь поставить? Вот что он придумал. Но он вылетит как пробка отсюда сейчас. Он, друзья, вылетит как пробка отсюда. Хотя, подожди, он же может... Давай посмотрим. Две заклинашки он возьмет. Сейчас глянем, что он там предпримет. Он может переместить, атаковать. Вот этого, например, может взять сюда. Оп. Атаковать. Здесь у него может опять сработать защита. Ну, такое вот бывает. Когда вот нету тебе карт, вроде бы все. Да. Вроде бы все как бы хорошо, а нету карты. Переместить или там что-нибудь сделать, там, прикрыться. Ландшафт тот же самый. Если бы не этот ландшафт, поверь мне, фиг бы я тут победил бы. Так, друзья, последнюю битву давай отыграем. Надеюсь, победную. Мне нужна победная битва, чтобы получить этих 100 самоцветов. Ну, давай, допустим, так. Ураган, конечно, тут... Ну, вообще не в тему. Мне всегда спокойнее, когда у меня есть бобовые в кармане, чтобы на воду их ставить. И ландшафт. И вот эти вот грибы. Все, тогда я уверен, что будет победа за нами. Когда вот такое вот выпадает. Ну ладно, грибы еще. Вот когда вот этот ураганчик. Ураганчиком что я могу сделать? Ну, кого-то сдуть, если он будет здесь один на поле боя. Ну, ладно тебе. Ты что делаешь там? Так вот сделаю. Я просто посмотрю, у него заклинание. Должно быть заклинашка. Добор карт, 100% тебе говорю. Ну, ё-моё, ну и... Твою ж... Во... А чё ж ты сюда не стал-то выставлять его? Кто там тебе? Ай-яй-яй-яй-яй. Как нехорошо, а? Чё, бомбанем её, наверное, да? Жалко, конечно, что тратим вот так вот. Ну давай ты, профессор, господи, там что там у тебя? Ага, выставляет любую карту.
По дешевке там что-то хапнул. Не знаю, правда, пока что, но что-то он хапнул. Грибочек. Что будем делать? Прокачивать на 2-2? Да? Или ставить вот это вот? Сейчас, наверное, будет эти. Ну, нет, смотри-ка, вытягивает две карты. Лишь бы этот пробил, потому что они сейчас могут броню ему... Отлично. Не то совсем. Ну что это? Не, ну конечно может нам помочь когда-то. Но дожить до этого надо еще. Ты сейчас серьезно? Парень, лети отсюда. Ну, понятно, понятно, сейчас у него тут срабатывает защита, плюс там у него целая куча доборов карт, там Эврика. Ну вот. Так, значит, получается 2, 6, 6 в лицо, да? 5 карт останется. 5 карт, ё-моё, 5 здоровья. О! Ну, мы можем сделать проще. Да ну что? У меня же нервно-истерический смех. Ну что тут делать? Вот так вот только если. И вот так вот. Ну что он сделал с одной энергией? Я не знаю, ребят. Что тут вообще можно сделать с одной энергией? Ну, если только так. Ну и все, до свидания. Твою ж налево, хоть иногда, иногда раз в пятилеточку тебе повезет с картами в руке. Или просто не повезет с противником. Но, тем не менее, друзья мои, я победил. Я набрал 100 кристаллов. В принципе, вся возня именно из-за этого и пошла. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.